Еду в магазин Фарман посмотреть, есть ли новые приманки. Тут у них все спортивные палатки, лежаки, сумки. Вот магазин. Мои любимые приманки Дайва, Бас Ассасин, новые цвета. Вот это, что нам нужно, Дайва. Киога, Лаки Джон. Друзья, всем привет! Вышел из рыбацкого магазина, шел возле пиццерии, там запахло грибами. И так хотелось грибов, супчика с грибов сделать. Не удержался, пошел в магазин, купил сушеных грибов. Попробуем сейчас сделать супчик. Ну, это нас банда встречает. Да. А где остальные? Пошли искать. Пошли. Кошки ручные, да, киски? Что ты отбираешь от него? О, посходились. Давай. На. Иди. Не хочешь? Как хочешь. Все. Ну что ты лащишься? Да. Что, не чухал тебя никто, да? Никто тебя не чухал. Да. Пошли остальных искать. Так вот, захотелось сделать супчика грибного из сушеных грибов белых. У нас уже осень. Сегодня прошелся небольшой дождик. Должны быть и у нас грибы. Но у меня пока нет возможности выехать ни на рыбалку, ни по грибы, так как машина находится в ремонте. А есть такие несознательные люди, которые не делают ее в срок. Но надеюсь... О, еще бежит малышня. Надеюсь, скоро заберу и поедем по грибы. Да? Сейчас дам. Сейчас будете кушать. Иди сюда. Банда сбегается. Один. Ух. Сейчас. На. Прожоры. На. Боится. От этого гоняет тут все. На. Сейчас и тебе там, подожди.
там мамочка седая, вот это вот родила котят. Кушай. На еще. Ну ты что, не голодная? Вон, смотри, как кушает. Этот жадный еще схватил, еще ему надо. На. Норма у них по 2-3 шейки съедать. Ладно, мы отвлекаться не будем. Сейчас замочим грибы и попытаемся сварить очень вкусный супчик. Пусть наша банда кушает. Так, друзья, вот я купил грибочки сушеные, белые сушеные грибы, две картошки и луковицы, и еще черный перчик. Сейчас мы их откроем, зальем водичкой, пусть они настаиваются минут 30-20, и потом будем готовить. Ну что, друзья, разогреваем наш примус. Разогреется примус, поставим грибочки, они настоялись, я их промыл, вот. Поставим, пускай готовится. Сейчас мы их проварим, потом засыпаем картошку, лучок, и будет самый обычный грибной супчик, но очень вкусный. Вот водичка наша уже нагревается, шмелек работает отлично, ждем. Друзья, по-моему, он уже закипает у нас. О, конечно. Аромат стоит грибов. Просто. Ну, оставляем минут на 30. Пусть кипят. Потом картошечку засыпем. Лучок. Перчик, соль. И будет обалденнейший грибной супчик. Запах супер. Ждем, уже невозможно ждать, запах стоит такой, что, но подождем. Ну что, друзья, полчаса прошло, сейчас засыпем картошечку. Ну, много сыпать картошки не будем, потому что я хочу именно грибной суп, а не суп с картошкой. И лука добавим тоже чуть-чуть, чтобы он не перебивал запах грибов. Здесь вот я почистил большую картошку одну. Я думаю, будет вкусно. И оставляем дальше вариться. Аромат просто невозможно передать. Еще и птички поют. Ждем. Так, картошечка у нас уже закипает. Друзья, хотел бы вам
порекомендовать, показать свою новую обновочку. Вот такой чехольчик маленький, видите. Здесь находятся вот такие интересные вещички. Это ложка. Она раскладная. Оп, походная. Здесь есть нож, есть вилка, есть еще открывачка для бутылок, консерв. И здесь еще есть ножик такой вот с пилочкой. Очень хорошая вещь. Это я вчера приобрел в магазине «Флагман». Покупал себе силиконовые приманки. И вот очень удобно для одного человека. То же самое здесь есть. Открывачка в ложке. Поел, сложил, положил. Место практически не занимает. Такой тоненький. Будем пробовать. Снимаем пеночку. Тут у нас. Аромат стоит, друзья, вы себе представить не можете. Ворона заколебала и каркает, и каркает. Тоже, наверное, хочет грибного супчика. Пусть варится. Удобное, легкое. Не знаю, как будет помещаться в рот, но я думаю, будет нормальный. Ждемся. Так. Добавляем сюда лучок, тоже немного, чтобы не перебил нам запах грибов. Черный перчик. И соль. Дальше варим. Ну что, друзья, прошло еще полчаса. Супчик наш полностью готов. Сейчас будем снимать. Аромат стоит просто сумасшедший. Желаю всем приятного аппетита, кто дома. Если нет, готовьте на природе. Еда на природе получается очень вкусной, полезной. Все, всем, кто смотрел, большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. До новых встреч. А мы пошли кушать.